согласен. Он не будет вестись как ЗИЛ с девушками, представитель Малайзии, судья. Вина. Очень легко. Со счетом 4-2. Открывается захват. Очень подробно нам оператор освещает. Ну сейчас он не принял в прошлом году, хотя должна была состояться вендетта, он также на нее готовился, также готовился Денис Цыпленков, но в последний момент Деван отказался. У него было на подготовку. Смотри, что происходит, снова года и снова борьба в круг. Я думаю, Денис имеет право выбирать, как ему бороться. Да. Смотри, как Деван старается. Он не может поднять плечо-лучевую Цыпленкова. Не может ее передавить. Там и фронтально очень сильная позиция у Дениса. При том, что Денис просто держит. Он просто держит. Просто держит, ничего не делает. Он даже отпускает. И вот здесь даже интересно, что Денис не заливается и не устает. Да, с Демона посмотри, вода просто бежит. Да. Просто ручьем бежит пот. Он пытается открыть пальцы Денису, и Денис по-джентльменски отдает ему этот раунд. Да, 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 да. Очень здорово. Но нужно сказать, что счет должен был быть 6-0. Флаг Канады. Что он отдал Денису? Я думаю, что флаг Канады.